гражданин Украины, житель приграничного населенного пункта Черниговской области. Последние два года я был так называемым трудовым мигрантом. Работал на стройках города Москвы и Московской области. Во время моей последней поездки в Российскую Федерацию под угрозой уголовного преследования на территории России за нелегальное трудоустройство сотрудники Федеральной службы безопасности России склонили меня к негласному сотрудничеству с ними. Мне был присвоен псевдоним Тихий и отработано задание по сбору разведывательной информации о воинских частях, военной технике, личном составе вооруженных сил и пограничной службы Украины, которые находятся на территории Черниговской области, возле границы с Российской Федерацией, а также о средствах защиты государственной границы Украины и о сотрудниках украинских правоохранительных органов. Я должен был сделать фотографии воинской части и пограничного отряда. Меня предупредили, если я не выполню их заданий и обращусь в украинские правоохранительные органы, они расправятся с моей семьей. Выполняя указанное задание, я начал сбор информации о военнослужащих государственной пограничной службы, вооруженных сил и правоохранительных органов Украины. Полученную информацию я должен был передать представителям российской спецслужбы во время очередного выезда на территорию Российской Федерации. Я обращаюсь к гражданам Украины, особенно к тем, кто ездит на заработки в Россию. Не поддавайтесь на провокации российских спецслужб, которые готовы просто использовать вас и которых не беспокоит ваше будущее. Не торгуйте Родиной. Помните, что за Родину на востоке страны отдают свою жизнь простые украинцы, такие как мы с вами.